подняться и даже, возможно, обогнать Островец. Вот. А Островец в случае возможной победы, естественно, поднимется. А под пятым Джей Йорми. Капитан команды Тайсир Адамчик. 10-й Александр Пузыч. 13-й Егор Петров. Ранее в ворота 20. Будет находиться Артем Белый под первым номером. Далее капитан команды Егор Шишко. 7-й Кирилл Пармонов, 9-й. Так, Денис очень прилично. 4-3. Демедиа сумели одержать победу. Соответственно, Островец, наверное, сейчас находится чуть более уставшими, нежели чем Слоним 2017. Не получилось отбор от Артема Дроздовича. Вот и игра, да, получается здесь. Мяч справа, можно попробовать в дальний пробить. И вот и момент. Вот и момент, вот и первое взятие ворота. Островец на контратаке сумели найти для себя возможность. И в конце концов Андрей Коломацкий забивает первый мяч своей команды на 7-й минуте. Вот и Островец включился, вот и открыли счет. 1-0. Островец на своем поле повел. Ой, здесь как убрал. Как убрал, еще идет вперед. Можно направо давать передачу. И есть здесь кого снабдить этим мячом. Прострел, может быть, на дальний кто-то замыкать будет. Нет. Не самая лучшая передача на Некрашевича. А вот Дмитрий может переиграть. Есть тонко вперед. Прострел, а дальше что? Дальше перекладина и добивание. 1-1. А вот про что вы говорили. Камбэк от Стрел, как говорится. Александр Пузач выравнивает положение дел. На 20-й минуте счет становится 1-1. И это снова контратака, да, и здесь опять же, вот кто-кто был, наверное, самым ключевым звеном, так это Джей Йорми и Тайсир Адамчик. Его передача, но пока что Слоним в атаке. Можно здесь было Тайсира подключать, но перевод налево, это снова Некрашевич. Некрашевич убирает под левую, прострел, и второй заход, это уже 2-1! Слоним, 2 минуты понадобилось этим футболистам для того, чтобы забить 2 мяча в ворота Островца. Итак, смотрим вместе с вами повтор. Посмотрим, кто у нас в конце. Номер 11. Итак, есть разбег. Лотыш, удар по воротам. Макс Лотыш. Это 2-2. Это 2-2. Это 2-2. Максим Лотыш со штрафного. Как я и просил, Макс, тебе огромный привет. Спасибо за то, что ты пробиваешь по воротам. Ты не боишься это делать, ты забиваешь. Или же... Получится не совсем удачно. А вот и первая атака. На первых же секундах. Амир Реза с ударом по воротам. Здесь спасает свою команду Максим Макаров. На Лотыша. Сыграли здесь головой. Пармонов. Можно обратно на Максима Лотыша. Давай здесь передачу. Лотыш. Один в один переиграл. Лотыш с носка по воротам. Очень невинно было, как летел этот мяч добивания. Это угловой. В моменте, быть может, это заход на третий мяч. Лотыш, ближний рикошет. Это угловой. Это угловой. По оборону, как можно скорее, Джей Йорми. Джей Йорми набирает скорость по правому флангу. Передача дальше. Подключение в этом эпизоде снова Александра Пузыча. Пузыч уже в штрафной. Пузыч идет переступ. Пузыч под левую. Ближний угол. Мяч прилетает с внешней стороны сетки. Нужно включаться. И всего себя оставлять на поле. Как Джей Йорми. Вот он точно оставляет. В центр. Тайсир Адамчик. Левее дает здесь передачу. И есть здесь момент с ударом. Есть здесь суперсейв. Это Артем Белый. Вот как раз таки, что и стараются показать футболисты Островца. Шашко заброс вперед. Ой, вот какой момент. Ну, выходи и решай. Это 3-2. Это 3-2. За 1,5 минуты до окончания основного времени удается все-таки Островцу забить свой 3-й мяч. Он празднует. И кто это сделал? Тот самый парень, который получил, нагоняет болельщиков. Научите его бить. А он это умеет делать. Он и сразу показал. Парень, это ты мне сказал? А вот, почувствуй, почувствуй, что я сделал. Я вывел нашу команду вперед. Второй гол со стороны Коломацкого. 3-2.